Что, друзья мои, едем на Кимры. Пересела в Сашкину машину. Где-то 2,5 часа дороги. В 4 утра выехали. Надеюсь, нам повезет, поймаем рыбки. Все, на воде увидимся. У нас много, да? Ну, это у меня сумка необходима, там с камерами. Будем снимать кино, если получится. Поджопник с собой. Это уже ученые, да. У Сашки нет, по-моему. Что, Серёга? Да ничего, все, я все. Давай, я держу. Она отойдет? Смотри, вообще отошло. Угу. И... пока прицеп не выйдет, связку не тащи. Морозец прихватил. Примерно. Ну что там, клюет что-нибудь? Нет? Ну, а куска половили. Ага. А здесь, ну, я был около лагеря, около салюта, там, ну, на маленькой. Ага. Двоих маленьких поймал сюда. Спуск на воду. Отталкиваюсь, Сереж. Давай, давай. Тихонько, а то скользко. Держи, такой снегопад был. На, там тоже лучше. Снегопад хороший, блин. Помпа заработала? Розис, блин, гад. Тупняк страшный. Вылазка. Помпа не работает. Там в белом пакете. Ой, где ты сидишь? Там чай. Дай-ка я им чуть-чуть налью. Помпа отогрелась. Процесс пошел. Когда вытащить мотор, завести его, качать всю воду, выкинуть. Конечно, да? Я всегда так делал, когда морозы. Значит, ты все записал. Как помучились с мотором. Судакам хана сегодня. Идешь вообще, я тебе говорю, прям подход за подходом идет, не берет. То есть как вот помнишь зимой, как я тебе позвал, говорю, не кишит, а не клюет, не хочет, и все так, единицы какие-то щелкнут. Вот дождешься выхода, да, клюнет. Вот русло пошло 4 метра. О, шикарное место, да. И вот он прям в русле в самом. Это что, вода 2 градуса? Да. Вчера была 6.
Ну вот пока вот, вот этот сектор пробиваем. Течение в ту сторону. А на меляк кидать не стоит? На меляк, ну что-то там щука может щелкнуть. А, нет, с меликан на глубину. В траве вот этот брок. А что там на мелит? Щука если. Нет, с меликан на глубину, на бровку на это. Ладно, чувак. Силиконом леску не напрыскали. Мы уже ехали, об этом думали. Руки замерзли, не слушаются. Застежка, блядь, мучение. Чем тебе застежка не нравится? Ну, не на холоде такую. Слышишь, а что ты зимой будешь делать? Снимать тебя буду. Оденусь потеплее. Леща не находил еще, Сереж, в этом году? Вообще куда-то пропал. Я ищу по старым местам, где вот в том году. Слышишь, нигде нету. Нету. Лето судак лучше ловился. Да, в этом сейчас году. Сейчас все говорят, что-то, блин, что за ерунда, за пора. Начнет так вот, по чуть-чуть ловится. А? У меня тоже сосульки пошли. Он в воду хуйни скинет. Подержи, при забросе когда. Да не отходит. Это да. Шутная пока. Клыкастый разбойник. Хотя найдем. Давай. Да, активность судака что-то в этом году. Летом ловился. Я говорю, мы по десятку судаков всегда было летом. Блять, ролик наглухо замерз, блин. Леску захватил. А на втроем сейчас быстренько откидаем. Нет поклевки, сейчас можно передвинуться чуть-чуть. К тому камню. Еще народишко подтягивается. Так, первый судачок у нас. Мне кажется, может, даже и нет. Были поклевочки, но вот на пролоночку. Ой, какой! Это берж. Вот он и... берж. Ну, это берж, понятно. Такой давай берж. Давай поедем в другое место. Где берж, там судака как бы не особо. Согласен. Берж, они не дружат судачков. Ну, поролонки за это. У тебя они вот еще тоненькие, они классные, блин. У левши мне нравится тоже вот. Но из-за того, что они длинные, часто вот, блин, он хватает его за хвост, блин. Я маленько чуть ошибся, надо было на размер, чтобы побольше крючок ставить. Чуть на размер. Единичка, двоечка у меня, единичка чуть крупнее. А сама форма очень интересная, вот это. На червячка он часто такого берет. Я взял силиконовые, блин, такие тоже эти черви, блин, но думал об этом, там в ящике так оставить. Сюда переедем? Давай. Заброс чисто, вот сейчас он туда вот. Не там ребят тесты где? А? Ребят не переехали, да? Не, вроде стоит. Я еще тоже заметил, ну вот это может мое мнение, я не знаю. Вот температура воды, температура воздуха сравнивается, и рыба начинает активизироваться. Вот начинает, вот с утра что-то как-то вяло-вяло, а потом вот где-то часам в 10. Колечки все замерзли. Давайте оттаивайте там. Опять забросы сделал, не будем дальше перейдем. Ничего, Серега. Пока ничего, так несколько поклевочек было и берж один. Здорово, Вася. Привет. Сань там, гляжу, намутил, бля, с плазмом, бля, все дела. Конечно, ёпта. Как мы, бля, зимой его хуярили, да? Да. Судак испугается. Заебали матом ругаться, да? Да, матом не ругайся, на камеру.
А он не пишет сейчас. Пишу, пишу. Пишешь? Я порой... Пойдем в YouTube. Вырезать утомляюсь. Будешь в YouTube. Сними его в YouTube, бля. Будет пи-пи-пи, да? Конечно, нет. $100. Здесь живет огромный судак. Покажи, куда кидать. Надо больше вешать, чтобы таких. Да? Вот он, о, бля. Японский, кстати. Запнул хорошо прям. Просто кидаешь туда, на скосок, все, да? Так куда хочешь, он тут везде лег. Я извиняюсь. Наверху вас опять отобрал. Опа! Короткие крючки, Сереж. Они не короткие, Сань, они нормальные крючки, они маленькие. Я тебе говорю, длиннее надо ставить. Видишь, вторая поклевка и все длиннее. И хороший судак. Ну-ка, давай его поближе. Слушай, я говорю, что он здесь, блин. Ты есть, есть уже поклевок, сколько было, нормально. Может, сейчас выстрелим. Хотите, я вам дам. Что, поролончик жалко, что ли? Не, сейчас я его все-таки добью, блин. Проводочку, я смотрю, ты такую медленную делаешь. А, да, пассивный так. Я не люблю такие. Вот эти активные проводки, это когда он клюет бешено сюда, когда вот закажешь заброс. Вот это надо, да, делать. А когда он, ты его ищешь, и он пассивный, вот как сейчас, он не клюет. Ну нет у него жора. Не, ну еще подбрасывать да. Хорошо, когда чтобы он тоже подвисал, от одна его тогда. Тогда вот эти все резкие он как-то не любит. Ну, это мое мнение. Здесь еще очень хорошо он клюет, вот на эту резину. Миша тоже хвост оторвался. Вот сейчас покажу. Вот. Берклеевская. Видишь, она такая. А-а-а. Тоже очень хорошая на нее клюет. Очень мне нравится. Я ее любимчиком зову. Но вот у нее не, у них нету почему-то побольше размера. Вот именно вот этой вот. Так, а что-то у меня и поролонки там тоже, видишь, все укусанные вон, в голову. Вот этот крючок более-менее. Да, согласен. Тут я что-то промахнулся, что-то слабенький взял. Мы ловили вот здесь в основном все вот на такие мандулки. Вот такие у нас. А-а-а. Сань, помнишь, да, вот эти мандулки? Ага. Ты вот Леха сделал тогда, придумал. Четвертый поролон откусанный, блин. Как из пулемета на нее клюет. Леха! Четвертый поролон, взрыв. И ни одной рыбины. Бывает у тебя такое? Ебаю, блин, ну вообще я угораю, блин. В разработке секретное оружие. И знаешь, что еще можно? Усилить это ниткой. Ниткой, да. Сейчас я покажу. Вот. Видишь? Да-да-да, насквозь ее проводишь. Ты знаешь, уже не так? Не то, она не живая получается. Вон, блин. Она жесткая. Мне не понравилось. Я вот хочу, знаешь, вот такой космастер, вот этот самый как бы уловистый на джерех у нас вот считается. Вот ну да, 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 да. Мой самый первый, я его разловил. Это Германовский, похоже. Да, 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 да. Вот, блин, столько жерехов наловил, видишь, уже весь потер. Руки болят. Как даст, значит. Как помнишь, там на море, это я заразился жарихом. Приехали на перекус. Люди дикарями приезжают, отдыхают. Хижины такие строят. Дубняк страшный. Кимры. Можно тут погреться малость. +4. Сейчас перекусим.
пойдем опять искать судака, которого найти не так просто. Перекусили, снова на воду. Что-то завалилось, хорошее завалилось. Что-то неплохое. Щук, похоже. Вот она, который куснул. Заверх бери, прям под жабрами. Заверх тут. Сильнее прям, дури, сжимай. Чуть-чуть бы и сошла бы, да? Подожди, Саш. Да, уже. Что, на герму клюнул? Да? Да. С красным хвостиком. Нормально. Разобрала ее так хорошо. Вот на такую кракозябрину поймали. Это наша первая большая рыба. Кимры встречают нас, чемпионов. Саш, ты как зимой на ящике, только ломки не хватает. Ну давай, вжарь по моему ратлину. Значит, это судак, я же говорил, что судак. Красота! Первый судачишка! Глаза на выкате. У тебя утик даже на спине повис. Ну что он здесь? Ну пусть не крупный, но все равно хоть какой-то. Глаза на выкате. Потому что я видел твою приманку, я видел, что он подошел. Почему у Сашки клюнул? Он вообще у него самый выгодный. Вот сейчас положение, потому что мы идем, он первый наплывает на судака. У него больше будет. Первый. Я могу одного поймать, Санька 5 поймет. Потому что он первый идет к судаку. Натыкается. Судак стоит, он первый потом. Так, ну Сашка. Вроде бы говорю. Видишь, он есть. Пусть не пусть. Хвосты, наверное, не отрывают такие некрупные. Вот этот профессионал. Оп. Раз. Иди. 5-10 секунд можешь держать. Опять. Раз, приподнял. Можно в этом месте чуть-чуть паузу сделать. Тихонечко вот так вот вниз. Я как бы для себя вывел такую вот мягкую.
поднимаю, вон он стоит, выше. Ага. Я выше, а вот, вот приманка. Видишь, и снизу еще один идет. Замерзли, как на морском дне. Плохо клюет, очень плохо. Один бершик, два судачка и одна неплохая щука. Вот все наши олы. Все, домой.